Я во сне увидал мудреца, старика. Концерт прошел очень хорошо. В этом прелесть всегда живых выступлений. Уникальный в своем роде ансамбль. Что-то необычное, новое, местами нетрадиционное, но в то же время окутанное знакомыми восточными мотивами. Галерея Bonum Factum на один вечер трансформировалась из выставочной площадки в концертную зону для любителей и ценителей современного искусства в живом музыкальном исполнении. Здесь прошла первая серия новых концертных программ ансамбля «Omnibus», который получил широкую мировую известность и профессиональное признание благодаря своему неповторимому звучанию. С этой галереей нас связывает очень давняя дружба. Мы сыграли, наверное, больше 50 своих программ именно вот в этом прекрасном месте. И сегодня мы открываем новую линию концертов под названием «Мистицизм звука». То самое звучание складывается из нескольких компонентов. Годы исследований традиционной музыки Востока, поиски нетрадиционных форматов, представление музыки современному слушателю, кропотливая работа с композиторами. И вот оно, произведение. Вот, как вы сами видите, струнные инструменты, духовые инструменты, ударно-щипковые, клавишные, ударные инструменты. Очень интересно подобран музыкальный состав. Музыканты прекрасно, без слов, понимают друг друга. И вот сегодня, конечно же, в первую очередь был поставлен музыкальный образ, музыкально-поэтический образ, связанный с великим мыслителем Омаром Хайямом. В этот вечер были представлены специально созданные новые версии камерных произведений Азиза Садыковой, Фаруха Акрамова и Джахангира Шукура. Но святой человек, не обрушивай гнева на того, кто за правду не хочет страдать. Концерт состоялся с необычайным успехом, потому что, несмотря на такое время года и летнюю пору, зал сегодняшней галереи буквально был полон. И, кроме того, мы встретили много своих старых знакомых, которых не видели очень долгое время. И именно поэтому, наверное, сегодняшний концерт позвучал под необычным углом. Совсем не так, как мы ожидали и даже репетировали. В этом прелесть всегда живых выступлений, когда благодаря зрителей музыка, которую исполняют музыканты, обретает новые краски и звучит новыми гранями. Проект создан при поддержке швейцарского бюро по сотрудничеству при посольстве Швейцарии в Узбекистане.